Выставка открывается уже на улице. Представитель этой удивительной страны в национальной одежде под настойчивые и призывные звуки барабана приглашает окунуться в мир роскоши и разнообразия. Страна волшебства, ослепительной красоты и экзотического очарования встречает богатым ассортиментом и тонким ароматом чая и специй. Натуральные материалы, национальные традиции индийского колорита. Около сотни участников выставки привезли в Брянск аксессуары для дома, товары из кожи, бижутерию, изделия из драгоценных и полудрагоценных металлов и камней, одежду, платки, шали, шарфы, дизайнерские сумки, статуэтки, благовония, ароматические масла, масло, натуральные духи, природную косметику и многое другое. Ты сама недавно была в Индии и не могла просто сюда не прийти. У подруги скоро день рождения, еще себе накупила, ей накупила всего. Тут выгодные цены очень, ну и очень много товаров различных причем. Здесь же, где современность сплетается с древностью, вырастает оригинального дизайна и абсолютно безопасная мебель ручной работы. Причем все по очень демократичным ценам. Из Индии мы товар отправляем, который покупает Москва. От Москвы – Брянск. От Брянска, который покупает, мезду, которая есть, это мы уже финиш делали. Поэтому от фабрик товар сразу на клиент. Поэтому это все товар дешевый. От фабрик сразу на ваш. Экспозиция переносит каждого посетителя в красочную экзотику восточного базара и атмосферу знойной индийской культуры. Индия манит самобытным искусством и загадочностью. Консультанты выставки «Коренные индусы» покажут красоту, не поддающуюся описанию и сравнению. Уникальная возможность приобщиться к наследию этого удивительного народа продлится до 14 сентября включительно. Выбрать для себя и в подарок то, что придется по вкусу и по карману, можно с 10 утра и до 7 часов вечера. Татьяна Глазова, Владимир Сидоров. События, Брянск.